камни запчасти, которые ты сюда сбрасывала, и которые не до конца сгорели. Где-то тут должно быть двойное портальное устройство. Когда ты найдешь его, мы начнем тесты, как в старые добрые времена. Отлично. Ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Протокол требует, чтобы после начала испытания мое взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из своих действий? Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние 2 минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена снова и снова переживать то, как ты убивала меня. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому, они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. К счастью, я выше этого. Я буду рада забыть обо всем этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы ее сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Я сейчас уберу это с пути, тут просто свалка. Самое важное, ты снова здесь, со мной. И теперь я знаю все твои приемчики, поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов?